Когда ребятишки выросли и, как говорится, вылетели из семейного гнезда, мы с женой Марией остались жить одни на нашем хуторе. Сыновья уехали учиться в город, после окончания учебы начали работать, обзавелись семьями и стали жить совершенно самостоятельно, даже нам с женой помогали, когда мы задумали стать фермерами. Мы были еще вполне молоды и полны сил. Наш небольшой хутор находился недалеко от деревни в очень красивом месте, почти со всех краев окруженный лесом. Между деревней и хутором было большое поле, которое мы взяли в аренду, а потом смогли выкупить у местной администрации. Занялись мы разведением коз самых различных пород. Снабжали козьим молоком и сыром все окрестности. Брали у нас молочные продукты и в городе, и дачники, которые гостили в деревне. Ездил я часто по ярмаркам, знакомился с другими фермерами, делился опытом. Фермеры, приезжающие из других городов на ярмарку, часто просили поделиться секретом, почему у нас такие вкусные молоко и сыр. А мы не скрывали ничего и с удовольствием говорили, что просто очень любим свое дело, своих животных, а еще мы любим людей, для которых стараемся делать все самое лучшее и вкусное. Вот и весь секрет. Продукция наша уже славилась не только в нашей области, но и во всем регионе. Стало появляться много заказов. Нужно было расширять производство. Сыновья помогли взять кредит в банке, на эти деньги построили новый теплый загон для животных и увеличили поголовье. Летом нанимали работников косить траву и заготавливать сено на зимний запас. В общем, все шло хорошо, пока одним ранним утром не произошло нечто необъяснимое. Придя на утреннюю дойку, мы с женой обнаружили, что пару небольших бидонов с молоком опрокинуты. Пластмассовые крышки погрызаны и разбросаны. Было такое ощущение, что молоко специально разливали на пол. Осмотрев внимательно все помещение, мы не нашли никаких следов проникновения. Этот странный сценарий повторился еще пару дней. Мы с женой посовещались и решили, что нужно устроить засаду, чтобы узнать, кто наводит свои порядки у нас на ферме. На дворе стояло жаркое лето, ночи были теплые, поэтому можно было устроить засаду прямо под открытым небом. Я соорудил в ложбинке между двумя кустами лёжку, накрыл кусты маскировочной сеткой, взял с собой воды и немного еды, вдруг придется всю ночь просидеть в засаде. Удобно устроившись в своем схроне, я стал ждать. Ближе к утру, когда я уже потерял бдительность и стал дремать, послышалось какое-то нервное возбуждение в загоне с козами. Я насторожился и напрягся вдруг из предрассветной зари со стороны леса, показались две желтые точки, которые стали приближаться к амбару, где хранилось молоко после вечерней дойки. В свете фонаря появилась фигура рыси. Рыжая красавица с черными пятнами, коротким черным хвостом и забавными кисточками на ушах. Она несла в зубах своего маленького котенка. Кошка обошла вокруг амбара и скрылась за углом там, где ее не было видно. Как она проникает внутрь, я так и не понял. Потом в помещении послышались звуки. Понятно было, что животное опрокинуло бидон с молоком. Сидел я в своем укрытии в полном замешательстве, что делать? Прогнать ее, но у меня с собой не было никакого оружия. Рысь опасное животное и лучше с ней в открытую схватку не вступать. Я дождался, когда ночная гостья уйдет сама. Рысь ушла так же, как и появилась, обошла вокруг амбара с рысенком в зубах и скрылась в лесу. Я поспешил домой, чтобы рассказать Марии о ночном происшествии. Жена моя была женщина добрая, заботливая и очень мудрая. Поскольку рысь, как и любое дикое животное, боится людей и не желает встречи с ними, то здесь явно что-то не так предположила Мария. Она рискует своей жизнью и жизнью своего детеныша, приходя к человеческому жилью. Рысь приходит за молоком, значит ей нечем кормить своего рысенка. Либо у нее мало молока, либо его совсем нет. А знаешь, сказала жена, чтобы она не разоряла наш амбар, не портила продукты и не пугала коз, давай вечером будем наливать ей молоко в миску и оставлять на улице возле амбара. Так и сделали. Жена вечером подаила коз, налила молока в две миски и оставила угощение для лесной кошки. Но я все-таки решил проследить еще раз, убедиться, что все сработает. Все повторилось в точности, как прошлой ночью, только теперь рысь и ее детеныш с удовольствием лакали молоко каждой из своей миски. С тех пор каждый вечер мы оставляли угощение для наших подопечных, а утром обнаруживали две пустые миски. Но со временем посещения стали реже, а потом и вовсе прекратились. Видимо, рысенок подрос и перешел на мышек, птичек и другую живность, которую его научила ловить мать. Наступила осень. Пришла пора грибная и ягодная. Хотелось грибов на жареху набрать и ягод на варенье. Жена стала по утрам рано уходить в лес. В лесах она хорошо знала все грибные и ягодные места. То утро она предупредила меня, что пойдет на дальнюю просеку. Ушла жена очень рано, но к тому времени, когда должна была вернуться, не пришла. Я заволновался. Надо было идти и искать. Сердце предательски ёкнуло, и я почувствовал, что с ней что-то случилось. Бежать в деревню просить подмоги не было времени. Я всегда привык рассчитывать только на себя. Собрался в дорогу быстро взял с собой еды, воды, нож, топорик, веревку и двинулся по знакомому маршруту. Идя по дороге, которая уходила вглубь леса и вела к той самой просеке, я заметил след от машины, которая здесь проезжала не так давно. Это меня удивило, ведь чужих в наших глухих местах не было. От таких мыслей только хуже становилось. Сердце еще сильнее забилось. Я стал звать Марию. Я кричал, свистел, шумел, но никто мне не отвечал и не откликался каждый куст и каждый шорох вселяли в меня надежду, но все было зря. Я шел по дороге, погруженный в свои мысли и даже не заметил, как на тропу вышла рысь. Она сидела неподвижно и даже не испугалась при моем приближении. Она как будто ждала меня. Я удивился. Странная картина. И вдруг я вспомнил про дикую кошку с рысенком, которых мы подкармливали некоторое время назад. Я понял, что это и есть мама рысенка. Когда я подошел ближе, кошка повернулась и пошла впереди меня. Потом опять остановилась и встала, явно поджидая, когда я ее догоню. Так мы и шли несколько минут. Я понял, что рысь меня куда-то ведет. Через несколько минут она свернула с привычной дороги и углубилась в лес. Вела она меня через бурелом, ветки и поваленные деревья. Спустя какое-то время она остановилась на краю неглубокой балки, заросшей высокой травой и кустарником. Я заглянул в яму. На дне балки лежала моя жена, а рядом с ней сидел рисенок. Он как будто охранял Марию. Нога жены попала в капкан. Она потеряла много крови и была без сознания. Я попытался привести ее в чувство, но ничего не получалось. Вот какая машина здесь проехала утром. Проанализировал и понял, что это были браконьеры. Они устанавливали в лесу капканы. У этих людей нет никакой совести. Они даже не задумываются, что по лесу ходят не только дикие звери, но и люди. Срубив несколько тонких осинок, из их стволов веток и веревок я соорудил небольшие носилки, чтобы вытащить жену из балки и дотащить до хутора, а там вызвать скорую помощь. Капкан снимать я не стал, побоялся, что могу только навредить. Путь обратно занял несколько часов. Самое сложное было аккуратно добраться до дороги через бурелом и сучья, чтобы не навредить жене. По дороге я тащил носилки за веревку, как сани зимой. Все это время рядом со мной была рысь с рысенком. Они шли за нами до самого конца леса. Я был очень благодарен этим великолепным кошкам за то, что они помогли мне найти мою любимую. Без них бы я не справился. Я мог ее не найти или могло быть уже поздно. Они всю дорогу сопровождали нас до того места, с которого виднелся наш хутор. Скорая приехала быстро. Рана оказалась серьезной, но лечение антибиотиками сделали свое дело. Мария поправилась. Оставалась только небольшая хромота, но она жива и мы по-прежнему вместе, а это самое главное, а хромота со временем обязательно пройдет. Дорогие друзья, если вам понравилась история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного.